Так, ребят, всем привет. Купил новую технику, два трактора. Вот такие вот раба и две сейлки. Привезли на четырех машинах прямо с завода. Так, сейчас выгружаемся. Решил на поляне разгрузиться, вот, потому что там места ну, столько нету. Поэтому разгружаемся здесь. Так, съезжаем. Давайте сразу сейчас подцепим это, только нужно отцепить их. Так, вроде бы отцепилось. Шифует. Так, следующий. Давайте сразу тоже отцепим. Ага. И отцепляем трактор. Заводим. Криво, надо поровнее, потому что и так, я смотрю, не очень стоит она. О! Все, отлично. Так, куда их поставить? Вопрос. Давайте пока... Даже не знаю. Давайте пока на новую вот с левой стороны поставим. Пока сюда. Старые кировцы у меня еще есть, но я планирую один точно продать. Самый старый, который... Вот, его я планирую, конечно, продать. Так, ну и куда их тут... Пока просто сюда припаркую, потом, возможно, в другом месте размещу. Просто сюда. Возможно, буду на той базе их ставить, не знаю. Кстати, наверное... Нет, наверное, чуть-чуть все-таки не так. Давайте переставлю. Так, идем за следующим.
Все, вот так пускай стоит. Так, а я сейчас беру косилку. И нужно этот лук, скосить. Один раз он уже был скошен, но нужно второй раз скосить, чтобы побольше там было. И потом уже можно будет сено делать для коров. Вот, вот этот кировец старый я хочу продать. А вон, а где у меня еще один? А, вот, вот этот я хочу пока, наверное, оставить. Вот. Так, цепляем вот эту, вот эту косилочку. Оп. И нужно скосить. Так. Поехали. Нет. Также нужно будет вообще закупить семян, удобрений, привезти. Сейчас нужно еще воды привезти в этот, где дом, там где у меня эти яблоня, груша, полить надо. Так, иду, значит, за трактором, нужно воды привезти.
Так, я сейчас еду на свинарник, загружусь там навозом, и заодно трактор поедет со мной, как раз потом воду дольет. Ну, под деревья. И заодно я сейчас как раз и загружусь на свинарнике. Так, наверное, в принципе, так можно. Достанет, наверное. Или сразу развернуться, может быть. Давайте сразу развернемся. По ходу вот так встанем. Все, я думаю, нормально. Берем трактор, грузимся и едем. Так, ну что, едем. Поехали. Так, поворачиваем. Так, ждет, пускай. Заезжаем, разгружаемся навозом. Вот, оп. Понеслось. В огороде такая куча уже. Сейчас нужно будет чуть-чуть закидать. Берем трактор. Давайте подсыпем. Сколько у нас тут? Два дерева всего. Оп. Сколько нам? Ковшка два, нам влезет туда. Здесь за тропинки чуть-чуть убрать. Ну да, два ковша, нормально. Так, теперь под это. Как бы тут поудобнее-то. Во.
Сюда, может быть, и три придется. Не знаю, сейчас посмотрим. Да, я думаю, в принципе, два пока хватит. Оно, конечно, влезет сейчас и больше, но и так куча нормальная. Хватит пока. Теперь воды нужно... Воды нужно привезти. И в теплицу, судя по всему, тоже нужно то ли навоз, то ли воды добавить. Так, хотя не, все вроде работает. Я думал, что-то добавить надо. Или нужно сейчас? Не, вода, судя по всему, есть. Или нету? Не, воды нету, а навоз еще есть. Давайте тогда сразу воду добавим. Тут тоже нужно будет, вот под эти деревья тоже и воду, и навоз добавить. А то я смотрю, уже все. А нету этих-то фруктов-то. Так, отлично. Наполняем. Так, если отсоединю, вода идет. Да, пока пускай наполняется, а мы добавим навозик сюда тоже. В принципе, наверное, по ковшку. Ага. Ну и воду надо будет сейчас долить, потому что фруктов все равно еще пока нету. Но воду надо долить. Так, пробуем. Сколько влезет, интересно, воды-то? А, ну сюда немножко надо. Я думал, сейчас половина бочки как уйдет. Даже, я думаю, как раз и на те хватит. Все, едем туда. Заливаем. Отлично. И теперь сюда. Все отлично. Не, не хватит или хватит, проеду. Нормально.
Так, что-то я тут не туда поехал. Так, чтобы место оставить для трактора проезжать. Во, нормально. Так, а сколько там навоза там? Воды здесь 7200. Ну, пускай еще нормально. Так, мне нужно машину вот Урал разгрузить, потому что он стоит груженный, и он в любой момент может понадобиться. Поэтому здесь известь, ее нужно разгрузить. Но туда неудобно будет выгружать сейчас. Я думаю, вот лучше где-нибудь вот здесь ее выгрузить, пускай она здесь будет. В принципе-то. Так, ну что, ребят, на этом все. Вот такая была серия. Всем, кто смотрел, спасибо. Всем удачи. Всем пока.